я как-нибудь у них уберусь, потом такая раз, через 5 минут, и вот так вот. Да вот у них хоть убирайся, хоть не убирайся, что хочешь, я посмотри, что говорят. Копатели черные. Все, у меня уже все тут в этих опилках. Даже на самой верхней полке опилки уже. У нас вместо пыли теперь опилки на полках седают. Вытираешь пыль, тряпка желтая. Ну все нормально. Ну поснимай, не шатай, пожалуйста. Штатив. Всем здравия, друзья! Сегодня четвертый день лечения щенков, которых мы нечаянно заразили колбасным энтеритом. Эта проблема произошла из-за того, что у нас в приюте нет карантина. Но сейчас не об этом. Этим роликом мы хотим открыть новый вечерний лайт-формат. Без постпродакшна и без назойливых проблем. Просто щеночки, просто собачки в режиме прямого эфира. Ну, почти прямого. И я очень прошу вас, друзья, оставить отзыв со своими впечатлениями, нужен ли вам такой формат или нет. Ваша активность и количество просмотров определят судьбу такого формата. Что может быть интереснее, чем сральный лоток для игр щеночков? Они бы и так не сделали, если бы поставили мисочку с водой, Саша. Угу. Да, да, я понимаю, да, сейчас там еще болото было бы. Конечно, так неинтересно. Угу. Они бы плавали в лодке, да, как да, и в лодке. Да. Конечно, мы скотины вообще жестокие, что им еще мисочку с водой не оставили еще там. Угу. Конечно. Как же так, в клетке у щенков еды нет, воды нет. Я не могу не шатать, не смешно. Ну что там копать? Уже же уже полностью все выгребли, все рассыпано. Она будет копать, пока дыру там не прокопает. И все, вся клетка и вокруг клетки, и она ей еще мало, она хочет поглубже прокопаться. Очень здорово, кстати, когда спишь, она начинает копать в твою сторону. Да у меня все ноги засыпаны. Это мы им сегодня все поменяем. Который раз сегодня вот точно. Это бесполезно. Они когда были маленькие, они ходили в лоток и не переворачивали его. Это вот последние несколько кстати, недель. Да, кстати, да, они прекрасно понимают, что такое лоток, что туда нужно какать, писать. Вот. Но вот они стали подрастать и они стали его использовать в качестве игрушки. Вот, сейчас вот дерутся за него. Кто будет грызть? Все, Бума запищал, значит, надо отнять у него игрушку. Это им по 2 месяца и 10 дней примерно. Молодец, молодец, Бума. Она хочет его укусить за то, что он, за то, чем он делает пипи. Да мы видели, Бума, видели, что ты написал, видели. Mm-hmm.
Надо было, конечно, да, на чуть-чуть раньше включиться, когда лоток был на месте еще, чтобы видно было, что они творят. Интересно, что она пытается накопать? Уже пустой лоток совершенно. Может, сейчас угомоняться? Мотя неугомонная вообще копает и копает что-то в лотке. Ну, дума жрет тоже вторую половинку лотка. Может, они хотят убрать его из клеточки? Он им мешает? Странно, что дротик не участвует. Интересно, сколько времени она может так копать? Мелковато. Да не плавит. О, молодец, молодец. Дротя пошла писить в лоточек. Молодец, Дротя. А то, что лоточек весь раздербанили, уже это, конечно, уже не важно. Вот и удобно улеглась. Хорошо, что лоточек такой пропускает все. Друзья, не забывайте подписываться, ставьте лайки, пишите комментарии и быть добру!